Захмарні штрафи для власників євроблях. В очікуванні доступного розмитнення водії отримують штрафи по 170 тисяч гривень. Перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту авто з-за кордону більш ніж на 30 діб, а так само втрата таких автомобілів, зараз передбачає штраф або конфіскацію. Протоколи про порушення митних правил виписують на митниці, а рішення ухвалюють суди. Началось с того, что люди, выезжающие за рубеж, которым, ну, которые выезжают за рубеж, им таможня выписывает, ну, вернее, наверное, через суд, я не знаю механизма, вот эти штрафы по 170 тысяч. И что самое интересное, что даже если автомобиль растаможен, но он еще, ну, как бы где-то в какой-то базе не внесен, все равно и растаможил человек, и 170 тысяч штрафа ему полагается. Активісти сподіваються на скоріше схвалення законів, якими передбачено зниження ставок акцизного податку на авто. На останній сесії Верховної Ради депутати відповідні законопроекти так і не розглянули. Им бы была предусмотрена как раз нормальная растаможка, которая делала бы автомобиль доступным. И, например, вместо 3000 вся в круговую вот эта сумма выходила бы где-то 1200-1300 долларов. Надо, чтобы, наверное, все-таки правительство стало все-таки на путь как бы примирения, ну не примирения, неправильное слово, понимания простых, нужд простых граждан.